Добрый день, на связи Планета Авто. Сегодня у нас на обзоре Toyota Voxy гибрид 2019 год. Белый цвет, бензиновый двигатель объемом 1,8 литра, 99 лошадиных сил, гибридная установка 60 кВт, АКПП передний привод, литые диски, хорошая летняя резина, пробег 91 тысяча километров, аукционный балл 4,5, имеются хромированные вставки, повторители в зеркалах, ветровики, спойлер. По салону у нас ухоженный салон, не прокуренный, три ряда сидений, раздельный климат-контроль, кондиционер, эко-режим, хорошая мультимедиа, мультируль, круиз-контроль, две электродвери, предотвращение столкновения, контроль полосы, электрорегулировка зеркал. По ЛКП у нас 103, 99, 103, 121, 102, 106, 106, 92, 95, 110, 109.